25-летняя Анастасия Костенко готовится к скорому рождению второго ребенка. Модель разоткровенничалась о предстоящих родах. Избранница Дмитрия Тарасова примерила откровенный образ на последних месяцах беременности. Вторая вице-мисс России 2014 надела белый спортивный лиф и черный брючный костюм. Она не стала застегивать пуговицу на пиджаке, давая возможность фанатам рассмотреть свой округлившийся живот. Костенко собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж. Свой провокационный лук она дополнила массивными украшениями из золота, серьгами и ожерельем. Модель разоткровенничалась о предстоящем рождении второго малыша. Звезда дала совет другим женщинам в положении. По ее словам, чтобы не уставать от постоянных расспросов от окружающих о точной дате родов, стоит всем называть срок на 3 недели меньше реального. Анастасия призналась, что планирует естественные роды, потому что никаких показаний кесарева врачи не обнаружили. Жена Тарасова заявила, что с нетерпением ждет дняха. Она заверила фанатов, что не опасается ревности со стороны старшей дочери, годовалой Миланы. Костенко также ответила на вопрос о детских прививках. Она дала понять, что не верит во вред препаратов и сразу привела старшую наследницу. «Моей прабабушке 94 года. В свое время ее привили вообще экспериментальным препаратом, и ничего плохого не было», — высказалась Анастасия. Модель поделилась своим секретом борьбы с целлюлитом во время беременности. «Только этот гад начинает появляться, иду в атаку с вакуумным массажем и обильным питьем воды. Вроде помогло», — с юмором сообщила Анастасия. Костенко надеется, что муж сможет присутствовать на родах вместе с ней. Звезда призналась, что эта беременность далась ей нелегко. На днях модель эмоционально высказалась о хейтерах в сети.